Это Олег Андреевич Чубришин, тренер института Герцена. Расскажите, как вам сегодняшняя игра вашей команды? Вообще турнир великолепно организован. Вот этот турнир «Фарман» по прошлому сезону проведен великолепно. Организации большое спасибо. К сожалению, мы вернулись с Крыма. Вот прожик Пеньков турнира с не совсем хорошим результатом. Сделали вы, была проведена соответствующая работа. И результат сегодняшней игры 7-0 показывает, что мы постараемся повторить успех прошлого года. Первое место.